Несмотря на какие-то жизненные кризисы, нормативные, ненормативные, сталкиваясь с трудными жизненными ситуациями, с непростыми взаимоотношениями, мы порой чувствуем опустошение, уныние и теряем смысл жизни. Это состояние для человека достаточно болезненно, а иногда и невыносимо. И тогда на помощь, в кавычках, приходят психоактивные вещества и психоактивные действия. Они заполняют собой опустевшее пространство. И вроде бы отвлекают человека от болезненного состояния, но приводят, к сожалению, к привыканию и к зависимости. Как только зависимый человек отказывается от аддиктивных агентов, он начинает испытывать опять страдания, и так по кругу. И круг, я думаю, что может быть разорван, если зависимый начнет наполнять свою жизнь тем, что имеет для него смысл. То есть не отвлекает его от переживаний, а именно наполняет, потому что переживания, они тоже имеют свою целительную силу, и эти переживания, когда человек принимает их, они дают силы и дают дальнейшие смыслы для его жизни, полноценной жизни. И в связи с этим, вот первый пункт потери смысла человека, я думаю, если мы говорим, что алкоголизм и наркомания – это социализированное самоубийство, то первое – это человек не дает себе на разрешение на эту жизнь. То есть говорить такому человеку, что это вредит твоему здоровью, это разрушает твою семью. Понимаете, если для него его собственная жизнь является ценностью, для него эти слова пустые, потому что для него это не ценно. И вот первый шаг помощи такому человеку, я думаю, все-таки, как сказал Виктор Франкл, сказать жизни «да». Или, как сказал Альфред Лэнгли, это мочь быть в этом мире. Что человеку для этого нужно? Человеку нужно для этого пространство, опора и защита. Пространство там, где человек может реализовать свою жизнь. Потому что люди, которые приходят к психологам с потерей смысла жизни, они говорят, я пришел в этот мир, здесь нету места для меня, здесь меня не ждали, я здесь чужой, я здесь никому не нужный. И вот здесь важно, чтобы у такого человека появилось вот это жизненное пространство, где на самом деле он необходим, где он найдет свое место. Ему необходимо на что-то опереться, потому что мы, в принципе, слабы своей немощи. Поэтому каждому человеку нужна некая такая опора и защита в каких-то трудных ситуациях. И вот, на мой взгляд, такими опорами и защитами могут стать вера, семья и семейные клубы трезвости, как некая, может быть, временная замена семьи, если она дисфункциональная или если ее нет вообще. Потому что в семейных клубах трезвости именно подобие вот этих функциональной семьи, потому что тебя выслушают, за тебя переживают, тебе стараются помочь, тебя стараются поддержать. И вот эти семейные роли, которые человек не получает в жизни, они могут быть проиграны вот именно в семейных клубах трезвости, потому что там собираются и матери, и дети. И вот, понимаете, даже если твой ребенок, который зависимый, не пришел на этот клуб, да, чужой ребенок, да, может сказать о своих ощущениях, о своих чувствах, и мать может понять, что происходит там с ее ребенком в реальности. Второй шаг, если человек все-таки согласился, что да, его жизнь имеет смысл какой-то, да, и дал себе право на эту жизнь.
Первый шаг – это момент выживания, то есть выжить, не разрушать свою жизнь. А второй шаг – человеку не просто хочется иметь жизнь, ему хочется любить эту жизнь, чтобы эта жизнь была для него в радость, чтобы, может быть, не все, но на самом деле он все-таки был чувствителен к тем, тому хорошему, что может быть в его жизни. Вот для этого человеку необходима близость, время и отношения. И здесь близость, время и отношения – это и по отношению к самому себе. То есть простроить с собой близкие отношения, позволить себе заглянуть в себя, позволить себе с собой быть искренним, уделить себе время на самопознание и быть всегда в отношениях с собой. Вот это очень важно. Но это и близость с другими, потому что мы все-таки имеем социальную природу. Нам необходимо с кем-то делиться, нам необходимо с кем-то быть в этих близких отношениях. Но близость, которая предполагает любовь, она прекращается, если у людей нет друг на друга времени. И вот семейные клубы и трезвости, они дают возможность нам друг другу уделить это время, посвятить это время друг другу, это очень важно. И простроить какие-то отношения. То есть мы можем спорить, мы можем не соглашаться, мы можем поддерживать друг друга, мы можем иметь разные мнения, и это очень важно. То есть вот эти отношения дают нам некое зеркало, чтобы заглянуть в себя и простроить правильные, здоровые отношения с собой. И следующий шаг – это иметь, быть право собой. Для этого необходимо уважительное внимание, справедливое отношение и признание ценности своего существования. В чем заключается уважительное внимание? Это границы и дистанция. То есть если мы себя уважаем, мы чувствуем свои границы. Если мы уважаем другого человека, мы тоже не нарушаем его границы. И вот здесь важно, чтобы каждый человек прочувствовал свою дистанцию, где его границы, насколько он близко готов подпустить и кого, и насколько ему комфортно, да, в этой ситуации. Потому что дисфункциональные семьи, они именно заключаются в том, что там или жесткие границы, да, туда не ходи, или их вообще нету, они размыты. То есть родители могут ворваться в комнату к ребенку, могут брать его вещи, могут не считаться с его какими-то любимыми занятиями, говорить, все это ерунда, лучше бы делать уроки. То есть вот здесь очень важно вот эти границы, если их не было, так как мы говорим, что зависимость. В основном это порождение дисфункциональной семьи. Вот здесь важно очень установить вот эти уважительные, внимательные границы. Справедливое отношение – это отсутствие двойного стандарта и открытость по отношению к себе. То есть здесь важно нам не оправдывать все время себя и не искать нам какие-то вот эти оправдания для себя. И в то же время не спрашивать себя слишком много. То, что нам на самом деле не посильно, то, что мы на самом деле не можем реализовать. Откуда это пошло? Это пошло, конечно, от требований родителей, которые не всегда к нам справедливо относились, а которые, например, не владели знаниями возрастной психологии, от маленького ребенка требовали больше, чем он может реализовать в этом возрасте. И когда мы стали взрослыми, у нас все равно внутри вот эти родительские установки, да, мамин голос с какими-то запретами, и мы продолжаем также
от себя требовать больше, чем мы можем на самом деле в этой жизни сделать, так как от нас мама требовала каких-то непосильных вещей. То есть мы продолжаем осуществлять мамины установки по отношению к себе. Так вот здесь важно понять, какие есть реальные у меня возможности. С одной стороны, реализовывать свои возможности, а с другой стороны, не требовать от себя больше, чем на самом деле мы можем. И, конечно, признание ценности своей личности, признание, и вот эта ценность, понимаете, это вот чувствование этой ценности, персонального нашего события и, конечно, рефлексия, потому что дисфункциональные семьи, они приводят к тому, что в детстве с чувствами ребенка не считались. То есть что может чувствовать ребенок? Ну, мало ли, что он там чувствует, да, то, что он сопротивляется там каким-то требованиям родителей, это просто капризы, их надо преодолеть. И дети в таком случае научаются тому, что их чувства неправильные, или они не имеют смысла. И тогда вот этот мир, в котором они развиваются, да, и становятся взрослыми в этом мире, они не могут его опознать с помощью чувств. То есть они не получают вот ту гамму разноцветного мира, который находится вот на самом деле вокруг него. Поэтому здесь очень важно, признавая ценность жизни, учить рефлексии, учить чувствовать, учить человека опознавать свои чувства и давать им имена. Ну и четвертое, чтобы это реализовать, нам необходимо делать, что нужно. То есть это поле деятельности, это структурная взаимосвязь, это ценность, которая должна быть воплощена в будущее. Потому что мы можем лежать и мечтать, да, о нашей жизни, но наша жизнь будет реализовываться. Поэтому нам необходимо вот это некое поле деятельности, где мы могли бы себя проявить. И это поле деятельности требует какую-то структурную взаимосвязь, потому что если мы будем жить в суете, сегодня туда побежали, что-то сделали, завтра туда побежали, что-то сделали, и не соединим это в какие-то смыслы важные, да, то это не будет деятельность, это будет суетой, это мы будем бить по разным местам молотком, и так не забьем вот гвоздь в нашей жизни, которую нам необходимо все-таки забить. И ценность жизни заключается в том, что она имеет, эта ценность должна иметь смысл для будущего. Если та ценность имеет смысл только на сейчас, то она малоценна. То есть ценно только то, что будет важно в нашем будущем и не только в этом мире, и не только в этой земной жизни. Тогда это ценно, и тогда ради этого стоит жить. Как же помочь такому человеку, как помочь ему найти этот смысл жизни? Мы не можем ни за кого найти человеку смысл жизни. Мы не можем ему дать свой смысл жизни, потому что каждый человек уникален, индивидуален, и наш смысл жизни другому человеку просто не подойдет. Поэтому вот я не могу говорить о других специалистах, я говорю только за психологов. Психологи могут сопровождать человека в нахождении этого смысла жизни. Я предлагаю 4 такие шага, которые могут помочь найти этот смысл жизни. Да? Первый шаг – это оценивание, первый шаг – это восприятие реальности. Очень часто мы, психологи, сталкиваемся с тем, что человек не может принять то, что происходит в его жизни.
он хочет изменить других, он хочет изменить условия, то есть он хочет изменить реальность. В результате он все свои силы тратит на борьбу с ветряными мельницами, потому что реальность, она не меняется, он просто разбивается и тратит все свои силы на борьбу с этой реальностью. Реальность, она такая, какая есть. Люди будут этому человеку не понравиться и не захотят меняться. Но если человек принимает эту реальность и говорит, да, вот есть тяжелые блоки неких реальных событий, например, я алкоголик, это реальность. Если человек отрицает эту реальность, он ничего с этой реальностью не сможет сделать. Но если человек признал, что он алкоголик, дальше у него есть какие-то возможности. То есть признание реальности дает возможность, да, найти какие-то способы жить в этой реальности. Например, алкоголик может не пить и осуществлять трезвый образ жизни. Есть такая возможность? Есть такая возможность. Но если человек реальность не принял, у него такой возможности не возникает. Как найти эти возможности? Здесь важно определить ценности. Да, что для человека ценно? Когда мы определили эти ценности, мы уже можем посмотреть, а как мы можем реализовывать эти ценности, то есть какие возможности у нас есть. А потом мы можем эти возможности сопоставить, оценить. У нас есть хорошие возможности, у нас есть плохие возможности, у нас есть неосуществимые возможности. Да? Вот оценка этих возможностей дает вам свободу выбора. Если у меня есть возможности, я могу осуществить свою свободу выбора. Но здесь не только логическое мышление, но здесь и важно установить чувствование в отношении своей реальности. И тогда возникает эмоциональное соотношение с реальностью. Да? То есть эта возможность мне нравится, да? Я хочу ее реализовать. Третий шаг – это выбор и принятие решений. Мы выстроили иерархию наших ценностей, и дальше мы принимаем решение их реализовывать. То есть человек на этом этапе имеет решимость уже это осуществлять. И вот здесь очень важно понять, да, какие категории ценностей могут быть. Такие. Мочь переживать что-то ценное. То есть переживание на самом деле дает нам окраску нашей жизни. Мочь что-то ценное создавать. Нам важно не просто что-то делать, а чтобы это было ценно. И ценностные установки. Не могу изменить мир, но могу изменить что-то в себе. Вот Альфред Ленгри сказал, что здесь можно плести возможности, вплетать их в дни и внутренне сказать возможностям «да». И здесь важно на клубах, я думаю, задавать участникам такие вопросы. Вы уже решили? Что вы уже сделаете сегодня? Что вы сделаете завтра? То есть призывать человеку к реализации, пусть маленьких шажочков, но все-таки что-то реализовывать. Потому что если человек реализовал уже чуть-чуть, у него появляется уверенность в себе, что он что-то может. Ну и дальше исполнение. Действовать, осуществлять, приложить руку. Я должен в этом мире действовать. Лишь тогда я буду проживать свою жизнь. И здесь необходима решимость. Решимость – это готовность взять на себя ответственность.
свою жизнь. Это риск. Но обоснование, я хочу это сделать, я сделаю это, потому что это для меня ценно. Это ведет к созданию хорошей жизни. Вот только там есть жизнь, где нет гарантий. Я, который пытается найти себя в мире. За моим решением стоит моя персональность, то есть совесть. Я свободен, но когда следую за своей совестью. Спасибо.